Так, здравствуйте, здравствуйте, Тарас. Здрасте. Ну, первый вопрос, пожалуйста, можно узнать о вас, о вашей карьере игрока? В детстве с первого набора играл в ЦСКА, играл 4 года, вот, потом перешел в Динамо. Играл там до выпуска, играл 2 года в КФК, в дубль был год. Вот, потом перешел в Нику, в вторую лигу. Вот. Все, потом еще играл полсезона в Риосе. Все, после того вышел, перешел в УПУ. Контракт вот имеется у вас? На руках есть, да, еще не подписан. А сами хотите в Хьюстон? Да. Все устраивает. Команда хорошая, ребят все хорошие, тренера тоже. Все нравится, в принципе. А с кем подружились? Со всеми. Прям? Прям со всеми. А знакомы раньше были? С Никитой Маляровым. С кем еще? И со Степановым Игорем, вратарь. Угу. Вообще, как город сам? Как город? Неплохой. Где-то же побывали? Попали где-нибудь? Где-то же побывали? Ездил на... Значит, куда же, где же я был? На площадь Салавата Юлаева. Памятник. В принципе, больше нигде не было. А вообще, какие еще виды спорта нравятся? Хоккей. Матчи будете еще посещать этого нашего клуба? Салават Юлаева? Да, будете? Буду, еще не был, правда, ни разу. Но собираюсь ходить. Отлично, очень даже интересно. Так. Контракт будет 10 на год, да, у вас? Если подпишите. До 31 мая. 2013 года? Да. Угу. Так, ну пожелание болельщикам. Будем стараться играть, красивую игру показывать. Побеждать. Спасибо, ждем вас на поле. Спасибо. Тоже будешь выйти, как-нибудь, да?